Вот наш пациент, который получил серьезную травму на производстве при падении с высоты. 29-летний Юрий Ермолаев не ожидал, что очередная поездка в Подольск на заработки для него закончится больничной койкой. Молодой человек трудится на складе вахтовым методом. В один из дней при выполнении обычного рабочего процесса он упал с высоты 7-го этажа. Работал на высоте при помощи штабелера. То есть моя задача была комплектовать товар. По технике безопасности, когда я взял товар, он должен был спустить вилы с будки. А вместо этого он поехал и зацепил будку палет. Будка съехала с вил. Я 7-го этажа упал. Больше ничего не помнит. В Подольскую больницу Юрия доставили без сознания. Диагностировали множественные повреждения скелета и по результатам компьютерной томографии вирусную пневмонию. Так пациент оказался в Видновской районной клинической больнице, которая является многофункциональным ковидным центром. Перелом костей лицевого скелета, черепно-мозговую травму, перелом костей предплечий. Справа перелом наиболее тяжелый, со смещением. Оскольчатый внутрисуставной и перелом шейки левого бедра. Видно, молодому человеку сделали 2 операции. Обе проходили одномоментно и длились порядка 6 часов. Дольше всего работали над предплечьем. Осуществили открытый остеосинтез перелома костей правого предплечья комбинированным способом в аппарате Елизарова и титановой пластиной специализированной. Результаты операции очень хорошие. Косточку воссоздали, вот, и соперировали ему шейку бедра при помощи специальных винтов. Предположительно, в пятницу Юрий уже сможет поехать домой в родную Тверскую область. Там его ждет отец, который пока не знает о случившемся. Молодой человек решил не расстраивать родственников. Говорит, жив, и это самое главное. Ему предстоит длительный период амбулаторного лечения. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.